Приветствую вас, господа, и сегодня мы с вами посмотрим на долгожданный мод Шишиги от господина Кота РСК. Давайте его приобретем и будем с вами смотреть. Но уже со стояночки видно у нас, что моделька добротная. Так сказать, таким беглым взглядом, если осмотреть. Ну, давайте по тюнингу, что у нас с улучшением. Движки 4 штучки, 150, 170, 190 и 200. 25, ну оставим стоковый, посмотрим, как она будет себя в стоке чувствовать. Коробочка оптимальная, точная, скоростная и вездеход тоже оставим стоковую, посмотрим. Подвесочка у нас серийная, высокая и активная, оставим серийную. Пока что в таком более-менее стоковом состоянии на ней покатаемся. Давайте колесики шоссейные, две штучки вездеходные, тоже две штучки. Так, в грязи у нас они средняя, да, катается, понял. Далее внедорожные, ШИК 157, ШИК 66, ШИК 4310 и ШИК 5320. Следующие такие же, только немножко побольше. Так, ну в грязи едут, типа, отлично, только ШИК 157. Давайте с вами их и приобретем. А, с цепями не посмотрели, давайте. Пойдет огонь. Так, лебедочка 17 метров автономная, 37 метров автономная и 25 метров усиленная. Давайте автономочку возьмем подлиннее, как мы любим. Запасочка присутствует, шноркель, отлично. Так, пока что три аддончика у нас, это борт, кунг и цистерна. Ну, возьмем с вами борт. Давайте декорчик, передняя сторона, пока что только верхний багажник. Хорошо. Десочки. Три штучки. Давайте вот такие поставим. Далее у нас цвет. Так, это у нас сток. Далее вот такой кастомный. Прикольный. Пойдет. И такие стандартные, более-менее цвета, да? Тоже выглядят сами по себе неплохо. Ну, кому как, думаю, каждый для себя найдет какой-нибудь подходящий. Но я поеду на стоковом варианте. Давайте выбираемся из гаража. Мы с вами на регионе Дон находимся и будем осматривать модельку немножко поближе. Но, блин, уже прям просто божественно это все выглядит. 210 литров у нас. Это хорошо. Полный привод включается. Дифференциал постоянный. Просто огонь. Моделька выглядит просто великолепно, как по мне. Давайте салончик. Вот так вот у нас выглядит все это дело. Сидушки прям божественно нарисованы. По крайней мере, пассажирская. Прям огонь. А птичка, огнетушитель, все как надо, все как полагается. Давайте гудочек. Пойдет. Ну что, давайте заведемся. Звук неплохой. Огонь. Я уже, конечно, 100 лет Шишигу не слышал, как она звучит, но, по-моему... Очень даже похоже. Но могу ошибаться. Я не эксперт. Так что мне нравится. Давайте прокатимся. Вот так, полный привод пока что нам не понадобится. Так, еще пока не забыл, давайте проверим свет ночью. Отлично, не ярко, не пересвечено. Хорошо настроено. Это круто. Давайте день, надеюсь, дождик мой любимый не пойдет. Немножко по Дону с вами покатаемся. Как-то она прям резво разгоняется. Даже для стокового движка. О,
Ох, какой тормоз. Как тормоза звучат прям. Огонь. Мне нравится. Блин, как же она круто выглядит. А ну-ка, ручник. Тоже работает. Так, замечаем такую небольшую неполадку. Правое получается зеркало, да, у нас заднего вида. Немножко его колбасит. А ну-ка. Нет, все равно колбасит. Ну ладно, мод свеженький, поэтому это, думаю, доделается, доработается. Ничего страшного. Хотя поехали, вроде оно подуспокоилось. Нормально. Как же эта машинка прям смотрится обалденно. Естественно, ссылочку на этот мод вы найдете в описании. Поэтому сразу можем переходить, скачивать и наслаждаться геймплеем, новым модом от господина кота РСК данной шишигой. Ну просто пока что все нравится. Прям сказка. Блин. Не хватает нам таких наших отечественных модов побольше в игре. Вот, как говорится, Шишига тоже идет в коллекцию супер крутых модов, на которых можно кататься. Блин, ну просто выглядят прям, не знаю, слов подходящих не могу найти, как бы так похвалить. Возможно, конечно, кто-то захочет колесики себе более попроще поставить, но мне такие проходимые нравятся. Давайте немножко обратно к гаражу подъедем, там я один холмик такой присмотрел, попробуем туда забраться. Будет такой небольшой мини-тест. Давайте даже немножко от первого лица прокатимся. Блин, мод просто божественный, вот честное слово. Мне нравится. Кайфуешь. Да, коту, конечно, мое почтение, прям 10 из 10. Так, вот такой холмик, давайте попробуем сюда заползти. Ой-ой-ой, немножко подубили нашу шишигу. Да, возможно, она как-то слишком резкая для стока. Я думаю, в реале она не была такая резвая прям. Заехали? Ну, прям отлично. Прям огонь. Блин, ну мод просто класс. Вот вам, как говорится, и настоящая шишига, а не та небольшая подделка, да, в виде туза. Ну, все нравится, прям великолепно. Небольшой косяк, конечно, был с этим, с правым зеркалом, но ничего страшного. Мод свеженький, все это попилят, поправят. Нормально все будет
великолепно работать, я в этом, как говорится, уверен на все 100%. Ну что, господа, вот такой вот мод от господина Кота, ссылочка в описании. Проходим, качаем и устанавливаем, и, как говорится, наслаждаемся игрой на нашем таком прекрасном новеньком моде. А вам спасибо за просмотр, и мы с вами увидимся в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.